познакомиться с достижениями в производстве лекарств и посетить ведущие предприятия фармацевтического кластера. Такая возможность представилась студентам 29 вузов России, Беларуси и Казахстана. Они стали участниками 5-го фармацевтического интернационального лагеря инноваций «Филин» в Ярославле. Этот проект нацелен на то, чтобы студенты получали не только знания в стенах вузов, а имели возможность обмена информацией, знаниями, общения между собой. И главное, возможность общения с представителями отрасли. За неделю студенты посетили более 30 семинаров и мастер-классов на базе нового центра трансфера технологий Ярославского государственного педагогического университета. Белорусские студенты принимают участие в «Филине» уже в третий раз. Можно пойти в фармацевтическую разработку, можно быть провизором-аналитиком, провизором-технологом. И вот как раз «Филин» предоставляет уникальную возможность познакомиться со всеми сторонами фармацевтической отрасли и увидеть вот именно фармацевтическое производство, то, как оно есть. В этом году в работе лагеря впервые приняли участие студенты из Казахстана. Сегодня фармация – одно из важнейших стратегических направлений работы Евразийского экономического союза. С 2025 года на его территории будет создана единая регистрация фармацевтических препаратов. Мы можем работать не только в Казахстане, но и вот приезжать в Россию, Белоруссию, тот же самый Киргизстан. Тоже получается, у нас единая база всех лекарственных средств будет. Я так думаю, это очень хорошо для торговли. Одна из задач лагеря – помочь студентам определиться с будущей специализацией фармацевтической профессии. Кто-то пойдет на производство, кто-то займется маркетингом, кто-то будет развивать науку. Сегодня Ярославская область – один из лидеров в области подготовки кадров для фармакологического сектора. Лагерь «Филин» помогает выявить наиболее перспективных студентов. Они и станут главными претендентами на получение работы в ведущих фармкомпаниях.